Так, я тоже член объединения поэтических объединений «Виток» и «Свиток». Это вот мои наставники и учителя. Так что низкий поклон вам. Да, тебе. Да. Ну что, у меня стихотворение, я сейчас вам прочитаю. Значит, каждый из нас мечтает о детстве. Я прочитаю стихотворение о детстве. Когда мне вдруг не в моготу, я детство вспоминаю. Любимых улиц доброту и ребятишек стаю. Как беззаботно и счастливо, купаясь в солнечных лучах, при прыжку бегали игриво, кто босиком, а кто в носках. Как в жаркий солнечный денек в сад металлургов мы бежали, там был фонтан, то был конек, где мы резвились и визжали. Потом бежали на чердак, кормили там своих питомцев, все бескорыстно, все за так, дарили им любовь под солнцем. И будто вновь бальзам пожила, и счастье в нем душа полна, воспоминания детства милым, я вновь, кажись, исцелена. Еще одно стихотворение на актуальную тему. «Бессмертный полк». Я счастлива, что вновь бессмертный полк шагает по планете полон силы, и гимн победный в сердце не умолк, и подвиг вечен в памяти России. Сегодня в шатком мире мирном забыть героев наших не могу. Всех нежалевших живота на пуле мину вонзай штык в грудь лютому врагу. Опять угрозы гимны жизни рушит, Америка рулит потоком зла. Бессмертный полк идет холодным душем, чтоб тень войны по свету не ползла. За что так ненавидите у нас? Насильно ты не будешь, всем известно. И раздаются вопли каждый раз, что мы мешаем жить нечестно. Оставьте ваши высоковские замашки, подножки ставить или плевать в лицо. Желаю, чтоб вокруг цвели ромашки, и мать с младенцем вышла на крыльцо.